Итак, народ, всем привет. Слушайте, такое дело. Записал я 4 серии и, блин, похерилось качество. Короче, я не знаю. У меня типа наперед там есть заготовленные еще две, но выкладывать я их, скорее всего, не буду. Поэтому придется, походу, начинать новую игру. Я, наверное, все оставлю все то же самое. То есть сталкеры, группировку, ну профиль давай, ладно. Такой все равно поменяется. Случайная локация, деревня новичков. Я просто возьму все то же самое, что у меня было, и в принципе тут мод он не особо, он сложный какой-то. Ну вот, так что думаю, потянем, да? Давай детектор сюда кидаю. У меня еще 220 очков. Основное вроде как взял. Ничего, хавка давай сюда. Вот. Мне еще 60 очков остается. Давай энергетик. Все, 10 очков. Сложность игры давай. Тяжелая сложность экономики турист. Таймер сохранения у костров. Разводить их постоянно надо. Такое себе. Режим выживания. Что ты даешь такое режим выживания? Режим, который с NPC заменяется зомби. Не интересно. Ну давай. Сталкерами не изменить, только в настройках. Все, давай, начинаем. Короче, новая игра. Я, блин, надеюсь, что сейчас-то запись не похерится. Я вроде все прям нормально выставил. Я там столько гайдов этих, блин, пересмотрел на Ютубе. И по поводу моей этой карты захвата, блин, которой, кстати, не было вообще на Ютубе, блин, гайдов по ней, блин. Хоть ты, блин, сам бери и снимай, чтобы какой-нибудь там бедолага тоже, блин, не мучился бы, как я там, целый день почти. Еще и с АБС, потому что у меня сейчас получается как? У меня вот мой основной игровой компьютер, он подключен, короче, к ноутбуку. Вот. А ноутбук, он, скажем так, слабее. И сначала, короче, пытался записывать, он очень сильно, короче, поджирал у меня ЦПУ, что у меня видос там прям, ну, квадропланом был. Смотрел, смотрел, разбирался, поставил один настрой. Смотрю, уже запись, короче, не лагает. Ну вот. Начал записывать. Вот. Смотрю, блин, пикселя. Что-то там еще поковырялся. Ну, я, то есть, я прямо сейчас наблюдаю, ну, на экране ноутбука, типа, что у меня там происходит. Ну, смотрю, вроде нормально, нормально. Записал вот эти вот 4 серии, блин. Начал выкладывать. И опты. Потом смотрю, YouTube там еще качество подожрало, я не знаю, и вообще стало смотреть невозможно. Так что, короче, пацаны, перезаписываем. Так, ну сейчас-то вроде пикселить не должно. Так, сейчас чуть свой монитор поверну. Ага. О, хавка. А давай-ка это, я сначала экипируюсь еще. Тебя поставлю, тебя поставлю. А и все. Ну что, давайте по стандарту к Сидоровичу. Ну как, графончик, сейчас не пикселит ничего. Не должно. О, подлагнуло. Здорово, братан. Как оно? Работа? Месторождение на свалке, восточный блокпостан на дороге Бар. Да есть серьезное дело, очередной курьер Сергеевича пропал. Пошел в лагерь, не хочу остаться без охраны, мало ли. Ну давай, поищем курьера твоего. Еще работа пока не дает. Ну давай, схожу еще. Поговорю с Сидоровичем. Сидорычем. Так, 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 так. Мне, кстати, на второе видео прилетела жалоба, так что я не знаю, я хотел бы подключать нафиг всякую музыку, блин. Тут тоже, блин, эту музыку хочу отключить. Па-па-па-пам, па-па-па-пам, па-па-па-пам.
Радиозоны. Давай нафиг. Все, применить. Все. Нету радио, нету заявок по авторским правам. Давай так, прикуплю. Что интересует? Давай, я сразу знаю, что этих патронов... Они имеют свойство быстро заканчиваться. 9 на 18, да? О, блин, а мне не хватит так на 2 стака. Ну давай. Пофиг, 16 штук, это тоже вещь полезная. Довольно интересное предложение, части славы, денег насчет исполнителя желаний. Ну давай это основное возьмем. Короче, денег с тобой поднять, встретиться с Петренко. Давай, стрелка, то есть это вот основные, живая легенда, старый друг, это вот на болото сходить, с болотным доктором поговорить. Работа. Один сталкер должен был притащить мне какой-то товар другого торговца. Короче, на агропром надо. Хрен тут синтил своим хабаром. Ну, походу, там это опять ящик ему найти. Будет сделано. Еще работу дашь? Нашивка бандитов. 11 штук. Ну, думаю, настреляем этих. Работа. Бандиты. Темная долина. Давай. Еще работа, пока ничего не дает. Ну нормально, сейчас квестов набрали, знаете, будем идти по локации, выполнять их постепенно. Сейчас еще с тем поговорим. Это кабанов этих пострелять надо. Я, конечно, Макарыч, это такое себе дело. Ну, по идее, справиться можно. Давай, quick save, F5. Привет, брат. Так, давай. Все, давай. Появятся начальные деньги. А, ты со мной пойдешь? Подожди. Что-то мне казалось, в прошлый раз, когда я там при первом прохождении, потому что неудачно записалось, по-моему, не отходил, а он мне там дал кого-то с собой. Ну чё, братан, рискнем, да? Ну где-то наши кабанессы. А с кем воюешь? Братан, ты живи! Я перезаряжаюсь. Сука! Ну давай. Последний сейф. Я не знаю. Ну, двоих там сложил кабанов. Смотрю, там еще зомби прут, блин. Надо их, короче, этих кабанов пощелкать. Все, давай, внимательно. Тут за этой растительности тут на самом деле плохо что видно. Слушай, конечно, я понимаю, что красивая картинка, но давай, может, реально непогода. Расширенные листва. Дальность рендеринга, качество рендеринга, плотность травы. Вот так. Сучка, перезагрузка игры. Ай, давай, два. Ладно, не буду пока перезагружать. Я следующего видео перезагружу. Кабан? Чабан? Ай, 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 ай. Так.
Давай, F2, бинт. Ну все, я дотек. Ну все, он убежал, блядь. Это, не знаю, это поломанный сейф. Кот! Сука! Кот ебаный. Все, помогать ему. Блять, еще и перезарядка. Блять. Так, ладно, давай, похер. Давай отсюда. Мы сейчас аккуратненько, блядь, аккуратнейшим образом обойдем слева. Стой, 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 мужик, мужик, мужик. У нас там еще блядский кот. Что мне хотя бы пушку дал бы какую-нибудь, я не знаю, получше. Давай с зомбаками сначала разберемся. Вот, вот, вот эта скотина, блядь. Ну сюда иди. Вот этих говнюков, блин, завалить. Я пошел. Давай, ты их вали. Все, отлично. С этими гадами разобрались. На кабанов бы сейчас не нарваться. Я бы, мужик, слышь, я бы это все, короче, продал бы. Хотя хрен мне, что там хватит, блин, на какое оружие нормальное, да? Ладно, проблем меньше у нас, да? Сколько у меня патронов? 60. КПшка не потрачена. Слушай, а здесь что-нибудь внутри есть? Патроны есть. Мои, причем, патроны. Нет, не мои патроны. Это 9-19. Так, мужик, ты где? Вот ты здесь. Ох, ну давай на чабанов. Где там чабаны ходят? Вон чабан. Да собака. Похуй, хиляемся, живем. Ну ты собака, блин. Как это у меня первые записи, первая серия, блядь, получилось это привалить? Все, собрались. Тихо, дай на машину запрыгну. Отвяжись. Давай, я наношу по нему урон. Один готов. Все, второй завалил. Второго завалили. Братан, идем на победу. Давай, чабан, чабан, сюда беги. Все, братан, пятюню. Хуяк. Все, завалили их. Ну, кабанов я, скорее всего, я не смогу срезать, да? Не, не смогу. Все, пошли отсюда. Сколько у меня здоровья? У меня полное. Ну слушай, это, блядь, самый тяжелый квест, я не знаю. Ну, наверное, за счет вооружения. Первым прохождением мне так тяжело квесты не давались. Да, мужик?
Фух, завалили, что дальше? Давай, до аномальной зоны погнали. Тут перепрыгнуть сможешь, мужик? Ты. Не, он обходить будет. Так, аномалия. Чтоб не влететь бы. Так, а ты мне дал детектор? А, он мне там на месте его выдаст. А что у меня по радиации? У меня нет по радиации. Ну давай. Подходи, мужик. Он сейчас там пока бежит. С кем воюешь? Тут отстреливается. Ни хрена себе, это зомбированные. Так, не понял, о чем он не хочет? Последнее сохранение. Нормально, блядь, взяли, зомбированных нарвались. Ох. Боль. А это, наверное, то, что уровень сложности я поставил тяжело. По-моему, в прошлый раз оставил средний. Где там эти? Давай, этого приложили. Слушай, я выживу. Фух. Давай, я не знаю, похавай, блин, может поможет. Братаны, аптечки, бинты. Слушай, ну вот и снаряга подъехала. Смотри, блин. Бинт, у него был бинт. Бинт. Аптека. Ну все, братан, слышь, живем. А, СКС-ка с глушителем. У меня сколько на него патронов? 72? 71. Ну слушай, и на калак нормально дали. Что, какая-то такая нормальная СКС-ка, я тебе скажу. Давай-ка перезаряжу. И калак. О! Вот это я понимаю. Давай я там твой аномальный хлеб достану. Необходимо знать и сделать. Короче, так, поговорим для охоты артефактом оборудования, которое должно быть у каждого охотника. Кстати, артефакт медуза. Ну, короче, если он тут будет, то я тебя достану. От радиации, короче, лечись водкой. 6 болт. Так, а как там детектор-то поменять надо? И как? И вот так, да? Ну все, давай, в аккурат. Сюда. Тихо. Не балуй. Так, опять эта музыка, блин, гребаная на всю. Применить. Короче, давай через дерево сейчас полезем. Где-то тут.
Где этот артефакт? Бух. Тяжко, тяжко. Задел там. Давай по накатанной, короче. Сюда, сюда. А вон этот хлеб аномальный, он прям в аномалии лежит, реально. Так, еще что-то регистрируют. Я что-то не пролезу, да? Вот зато нычку нашел. Сука. Давай только перепрыгивать, наверное, остается. Давай медузу, медузу, медузу в контейнер. Контейнер ты мне дал? Контейнер дал. Сколько мне радиации? Ух. Ну сейчас будем лечиться, я не знаю. Давай только выберусь отсюда. Как-нибудь. Это что-то вообще жесть. А, водка. Это что-то ему вообще прям поплохело. Ты фонишь? Он фонит. Братан, забери у меня этот хлеб, блин, гребаный. А то я сейчас тут всех коней двину. Нет, давай быстро Сидоровичу хлеб, короче, в паре. Блять, радиация растет. Сидорович. Сидорович, забери у меня этот хлеб радиоактивный, дай водяга. Ай-я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 й. Ты уводишь радиацию. Чуть выводит. Так, 1500 стоит. Водка, 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 водка. У тебя что, нету водки? Похуй, давай вот это. Да, я бы еще тебе консервных банок натягал бы. И аптеку. Ну что, вылечимся от радиации? Как думаете? Все, радиация уходит. 753. Так, уже как-то медленно уходит. Ай-яй-яй-яй, давай сишки курить. Водичка. Давай, водичка, водичка уводит еще радиацию. Ну чё, выживем, блять, нормально все будет. Камуфлированная берета. Ржавая какая-то, блин, по-моему, не камуфлированная она. Давай, отсоединить глушитель. Разрядить. Да и макарычи эти нафиг идут. Да? Сидорич. Давай, забирай макарычи, забирай берету. Вот так вот. Руки там все эти, ноги, блин, этих зомби. Вот эту хрень забери у меня. Вот эту. 9 на 19 забери. И 9 на 18 тоже забирай. Это хавка? Нет, армейский котелок. Пофиг, тоже забирай. Ну что, мне радиация там дальше разъебывает? Разъебывает.
Еще как. Да, я это выпью. Ой-ой-ой, слушай, подожди, а мне квест мне сдать медузу этому дядьке надо, да? Список заданий. Поговори с фанатом. Дай поговорю с фанатом, уже радиация не такая жесткая. Жить с ней можно, я не знаю. 263. Ну, тихоньку-тихоньку уходит. Так, артефакт. Это было что-то. Система быстрого сброса, КМ поговорить с фанатом. Потом следующий урок испытания найти тайник. Смотрите, где-то здесь, в деревне, я, скажем так, заантрасолил тайник, короче. Понятно. Южная дробилка. Кровоядный мутант, давай. Еще работа, батарейка. Еще какая-нибудь работа, нету работы еще какой-нибудь. Короче, дал мне задание еще привалить мутанта. Все, можно, в принципе, избавляться от этого артефакта. Еще денег лутануть. Слушай, ну на тех зомби удачно нарвались. Давай. Па-па-па-пам. Я этой хренью не пользуюсь с этой системой быстрого сброса. Все, давай, подожди, сейчас я чуть облучусь еще. Так, давай. Забирай этот артефакт нафиг. Еще по радиации. Ну такое само, мне кажется, уже выйдет. Я бы тебе, может, какой медицины еще прикупил бы, Сидорыч. Вовы. Вода у меня есть на два использования. Хавка тоже есть. Давай аптечки. Да побольше бинтов. 11 тысяч. Ух, давай как-то, может, поменьше, поскромнее. Вот так вот. Что ты дохрена хочешь, блин? На тебе болтов за это. Один мне оставь. И забери вот эту вот хрень. Ну все, ладно, вроде окупились чуть-чуть. Ореховая смесь, изюм. Ну что, квесты есть. Изначально развитие мы хоть какое-то, но сделали. У нас есть калашников и СКС, и патроны к ним. И на этом давайте завершим серию. Сохранюсь он на двоечке. Все. Всем спасибо, всем пока. Надеюсь, понравится серия, перезаливчик. Все, счастливо.